Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый. И сегодня, ребята, вторая часть путешествия по нашему парку. В прошлой серии мы помогли пирату, помогли рыцарю, повысили их счастье, не знаю, они просто грустные сидели там. Пират, короче, потерял мороженое и ногу, а кто? Рыцарь потерял свою игрушечку. Да, любимую, и мы им уже помогли, и нам сейчас нужно отправляться уже в другое место. Если мы не смотрели первую часть, то обязательно ее посмотрите, она была перед этим роликом. И также не забывайте подписываться и ставить лайки. Добрый, куда ты поплыл? Я не знаю, а куда нам надо-то вообще? Вот пират стоит, ждет нас. Ну, наверное, вернуться назад к главному дяде с посохом. Ну, пойдем. Вот он, уже ждет нас. Ну, здорово! Давно мы тебя не видели, мы здесь все уже сделали. Да, если что, мы тебя до сих пор не понимаем. Да, ну ты можешь по-русски-то говорить, ну ё-моё. На, вот тебе мусор, вот мы собирали тебе мусор, на, вот, держи, да. Очень много мусора. Да, все это ты должен будешь выкинуть, это уже твое задание. Ты его хоть чуть-чуть понимаешь? О! О, смотри, что-то открывается. Отлично. Замочек в следующую локацию. Добрый, я вижу твой зуб изнутри. Но я был внутри, но неважно. Погнали! Добрый, это под тобой лужа какая-то. Ты что, испугался пирата, что ли? А под тобой какие-то это черкаши. Мне кажется, ты сильнее испугался. Это твои скатились ко мне, я не виноват. Смотри, что это? Добрый, это же это, ты как это? Это же это ковбой, это же этот. Да. Вестерн. Вау, смотри, какой классный. Какой? Да, так он сломался опять, как всегда. А как нам на нем удержаться-то вообще? Добрый, просто держишься бивнями за его бивни. Походу будут американские горки, кабанчик. Я не люблю, меня всегда тошнит. Или мы просто будем это золото добывать сейчас кому-то. Смотри! Счастье опять упало, но мы его только поднимали, блин! Смотри, это место захватили роботы, походу. Погнали, мы должны им отомстить. Мне дали мотыгу. О, смотри, у меня... Это не мотыга, это лом. А по-моему, это посох дяди с моноколем. По-моему, мне еще дали теннисный мячик. Так, а кому нам помогать-то надо, ребята? Куда идти? Ладно, видимо, в главное здание. Смотри, это что такое тут? Это кто тут сдох? А, динозавр, да это декорация, мы же в парке развлечений добрые, все красиво и цивильно. Мне кажется, тут нет. Тут пока ничего не красиво и ничего не цивильно. Кажется, просто кто-то сдох. Ну да, тут, наверное, все сдохли. Так, а все-таки нам не сюда. Не знаю, давай попробуем зайти сюда. Здорово. Это здание выглядит интересно. Только, мне кажется, там нет дверей. Короче, беги туда, я побегу в другую сторону. Скорее всего, вон туда. Там хотя бы есть дверь. Ну ладно, пойдем туда тоже. Да-да-да, вон бычара сломанный. Нам определенно сюда. Отлично. Но я думаю, нам сначала надо спасти этого, главу вот этого места. Да-да-да, нам же показали, девочку держат в заложниках. А где хоть это вообще? Если честно, я не знаю, но там есть... Ее держат в каком-то доме, ее держат. Это понятно. Добрый, смотри, ведет, нашли. О, походу здесь. Опа, кабан, мочи его, на, бей его, разбирай его. Какой живучий, а как? О, все, отрубили ноги ему, отлично. Ключик, открываем. Здорово. Да не за что. У нее даже две кровати, все, пока. А, не закрыть. Ну все, хватит базарить, я хочу кататься на бычаре. Ну что, он сейчас сам починится или доломается уже до конца? Я не знаю, мне кажется, он сейчас просто живет и побежит. Не, у него ног нет, навряд ли он куда-то побежит. Ну у тебя тоже ног нет, ты же бегаешь. О, кабан! Че? Че? Пробежал мимо него просто. Ау! Еще один! Сильные! Билетик выпал. Добрый день, добил! Черт, кабан, их что-то слишком много. Смотри, звездочки ведут нас. Пойдем. К бычаре, добрый! Какая у тебя большая ромашка. Ля, какой носик. О, добрый! Опа, 3, 2, 1, что? Что происходит? Воу! Нам что, сломать надо? Ай! Мне надо его убить, походу. На, получай! А меня-то он откидывает, а тебя почему нет? Потому что я уворачиваюсь. На! Я тут с другим дядей дерусь, проблемы. А, откидывает, реально. А если в него зайти? Ау! Нет, не работает. Блин, какой сильный бычара. Это уже без ноги, видимо, он с бычарой дрался. Фух, я скоро умру так. Но у нас половина осталась, черт, какой сильный. У меня не осталось шариков, поэтому... Да шарики все равно ничего не наносят. Ну, получай, кабан, разбирайся с ним. Давай, бычара, давай! Бегу! Ау! Смотри, он уже заискрил, он почти все. Да, давай, кабан. Скажи, кто царь зверей? Я кабан. Что прибежал? А о, смотри, блин. Он со своих же роботов молтузит. Если у тебя рога, не значит, что это бивни. Да, почти.
все. Я царь зверей. Моя ромашка. Также, ребяточки, завтра у нас будет стрим в 15:00 по Москве на нашем сервере. Успевайте заходить туда развиваться, и чтобы вы могли нас загриферить. IP будет в описании ролика. Да, у вас не получится, потому что мы здоровые профессионалы, и у нас будет гейм. Вот, ладно, эта шутка у нас его не будет. Пойдем, добрый, нам нужно вернуться к девочке. Она что, там же за решеткой стоит, что ли? Я что-то не понимаю. Не-не, вышла на улицу подышать. Вон стоит. Хай, мы подрались с быком. Ну шо, давай конфеты сюда. Конфеты, кабан, ты уже желуди ешь. Не только. Конфеты я, вообще-то не конфеты, а печеньки. Давай сюда печеньки. Кого она меня поймала? Добрый, не трогай печеньку. Сейчас пусть договорит. О, лосо, смотри, сейчас будем ловить кого-то. Кабана. Добрый, не дай бог. О! Смотри, сколько надо поймать! У них электрический хвостик, добрый! Другой. Смотри, они это, роботы, круто! А куда их? Я без понятия, может, к ней надо привезти. Вон туда, в загон! А, да, в загончик. Так, вроде всех привел. Так, а ну-ка, залезаем, парни! Отлично, осталась одна. Ура, ребята, счастье практически на самом высоком уровне. Да, мы сейчас придем в новую локацию, там тоже какая-то жопа случилась, и счастье упадет. Добрый, мы уснули. Да подожди еще до новой локации. А, надо на робота разбирается. Нам нужно спуститься куда-то вниз, в лабораторию, где она их там делала, и они стали вот такими бешеными дурачками. Слушают, у него оружие уже пострашнее, и он, по-моему, даже побольше. Да нет, вроде такой же совершенно. Добрый, нам вон туда показывает значок. Добивай его и этого. Нам сейчас надо будет купить мороженки или чего-то такого, чтобы мы были посильнее. Так, мы пришли, нам куда дальше? Не знаю, тут лабиринт какой-то, походу. Мне эта девочка в мозг что-то говорит, я не понимаю ничего. О, смотри, вот здесь стол, на котором она делала все. Добрый. Нам нужно найти контрольную комнату, которая все контролирует. Так, это туалет. Это не очень похоже на контрольную. Дядя моет стену, нормально. Работай. Тут вообще ничего страшного. О, кабан! Ой-ой-ой! Кабан! Что это? У меня же просто палка. Сейчас я его бивнями забодаю. А, смотри, у него пилы какие. Слушай, он не может нас достать, мы маленькие. По ногам его, блин. Вот эти на самом деле это легче, чем быка убивать. Да, бык был сложнее. Не-не, это вообще быстро. Вот бык был очень долгий и сложный. Главное, под пилу не попади, кабан. Отлично. Победа, даже ничего не дали за него. Так, контрольная панель. Чего тут у нас? Включилось, а непонятно что. Все, нам нужно вернуться назад к этой девочке. Как нам это сделать? Меня сюда телепортнуло, я даже не знаю, кто сюда пришел. Да я пришел. Значит, знаешь, где выход, добрый, веди. О, тут не вернуться. Да нет, у нас же лом есть. Согласен. Эй, девочка, мы все, мы отмудухали робота. Я как же понимаю, тебе жалко этого робота с четырьмя пилами, но давай это, печеньки уже. Ну подпишись на канал, пожалуйста. Чё ты улыбаешься? Да на рассказы, как ты меня как назвала? Не знаю, добрый, я назвал тебя зло. Погнали, нам нужно другую локацию, здесь мы помогли. Я думаю, нет, кабан. Смотри, какая. Какая, кабан? Стой! Кабан, беги! Давай, кабан! Ступеньки ненавижу. А, кабан, стреляй этим шариком в эту фигню. В какую? Там на шариках мишень. А, то есть я еще должен за это делать? Да, я просто пропустил. А ты просто катаешься, я так понял? Ну да. Ну да, весело. Ну не, я, конечно, пытаюсь попадать, но это очень тяжело, когда ты в тележке. Ну сколько там еще надо-то? Кабан, я уже на финише, походу. Я куда-то в пещеру спускаюсь. А, черт. Да я вижу тебя, сзади бегу. О, вернуться к девочке, все отлично. Ха, я уж думал, я тебя не встречу больше никогда. Там такие горки были, ты бы вообще была в шоке. Так, о, ура, ура. Что-то произошло, непонятно. А что произошло? Что, все радуются? Мы что, все, что ли? Мы чё, реально помогли целому парку? Так, подождите, я еще не на всем покатался. Эх, вы была лучшая команда, ты уборщица, ты рыцарь, ты повариха, ты... Да, дядя, а ты почему пират, мы не были еще вот там, вот смотри, тут осьминог. И девочка с большими бивнями. Что? Какой осьминог, о чем ты? О! Вообще насрать на него, нет? Смотри, вообще перережу, добрый, смотри! Сейчас ножницы затупятся по-любому. А нет, нормально. Он тебя чуть не разрубил. Ура! Счастье повысилось до максимума. Ну что, все, мы свободны. Где наше печенье? Река птица гордая стоит. Вот она украла у него ногу. Вот у него. Мы их ловили полчаса с тобой. Она с ним подружилась. О, рыцарь. Еще пока не тоже счастливый. Душу. Молодец, хорош, мужик. Парень, ходу ты хоть что-нибудь скажи. У тебя были вкусные мороженки. Ладно, после ролика дашь мне секрет. А что, вы долго будете базарить-то? Где наши призы, там, подарки? О, смотри, золотой билетик. Добрый, мы теперь самые
бесплатные. Аттракционы можем посещать. Ура, ребятки, салютик. Ну, долго салюты будут пускать, я хочу уже кататься на аттракцион. Подожди, так мы до сих пор, там до сих пор ходят роботы, это, непочиненные. Что за фигня? У нас там всех посетителей поубивают. Добрый, нам подарили свою комнату, свой парк с машинами. Добрый, сейчас мы устроим последний заезд. Семья — это самое важное. Да, за семью. За семью. Вот это я хочу. Лабиринт какой-то еще есть. Обожаю лабиринты, добрый. О, еще больше призов. Ничего не выпало. И водопад. На сдачу. Вперед! Так, что, сначала на гоночке? Да, погнали. Смотри, они сломали вывеску, что типа закрыто, больше не закрыто. Ну что, добрый, я первый, да? Да, давай. Полетели, вперед! Ищем машины. Да, нам нужно найти машинки, ребяточки. Только где они? О, смотри, вот какая-то дорога, походу. Ага, да, дорога куда? Тут. Куда ты полетел, направо или налево, когда спрыгнул? Я вниз полетел. Все, я нашел кабан, лети ко мне. Ну, постараюсь. Вот кабан, прямо вот здесь вот. Все, я тут. Где машина? Нет машин. Где-то здесь были. Вот, смотри, иди сюда. Вот они, кабанчи. Ну что, ты готов? Я готов, вперед! Погнали! Воу! Да, как разогнаться-то? А, они еще прыгать умеют! Странно как-то, почему не разгоняться? Смотри, как они дрифтят! Дрифтят прикольно, реально! Сейчас, ну-ка, вот сейчас в поворот зайдем. Ну-ка! Ой, смотри, как холосто! Да смотри, мне кажется, можно на них просто выпрыгнуть с арены и все, и кататься по парку. Все, я собрал все монетки. Хорош. А нет, не все кабанчики собрал-то, что-то обманул. Добренький и красивый дрифт, как Доминик Кабанетта. Да не, кабан, просто выпрыгиваем и едем дальше. Иди сюда, тут уточки, лодочки. Поехали. О, у них моторчик сзади. Давай, кабанчик. Ну ты, конечно, и Пол Уокер. Ладно, ребяточки, на этом ролик будет подходить к концу. Все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. И завтра стрим в 15:00 по Москве на нашем сервере. Развивайтесь, играйте, так, там, ну, вы, ну, знаете, как играть-то, да, играли пару раз. Все, всем пока.